утра, на 9 я договорился с профессором в университете, поэтому я почему-то опаздываю. Это плохо. Будем как-то решать эту проблему. Впрочем, выход есть всегда. Сейчас в аренду возьмем Spark. Это каршеринг. И поедем. Ну что такое? Что-то эта дверь не захотела открываться. Вот такой вот у нас Nissan Leaf. Так, конечно же, пристебаемся. Ой, неудобно с камерой чуть-чуть. Вот так вот. Ну и будем ехать. По времени 8:41. Я думаю, что мы успеваем. Это моя самая любимая дорога, если обижать все пробки в Литве. Ну, не в Литве, а в Вильнюсе, особенно по центру. Если их обижать, то только сюда. А тем временем на часах 8:56, и мы уже в университете. Итак, у нас уже обед, можно сказать, 12:30. Да, точно 12:30. Ой, поработали, помог принять 2 экзамена. Ну как, экзамены письменные, поэтому нужно было только контролировать, списывают или не списывают студенты. То есть ничего особенного. Походил, посмотрел, все нормально, никто не списывал, на удивление. Потому что я как-то привык к тому, что у нас студенты в Украине все-таки стараются как-то списать, надуть или что-то типа того. Но здесь такого я не заметил. Впрочем, сейчас сижу, делаю свою работу, готовлю всякие отчеты, конец года. Нужно уже защищаться, заканчивать все и ехать отдыхать домой. Хочется лето все-таки. Поэтому я и думаю, почему я опаздываю. Лето, отдыхать хочется. Впрочем, заканчиваем все отчеты. Жду еще несколько студентов, они хотят повысить свои оценки. И, наверное, или домой, или пойду еще что-то поснимаю. Взял сегодня с собой квадрокоптера. Думаю, может, все-таки заеду что-то поснимаю. Ну, здесь такие вот списки лежат. И, короче, я здесь сижу, всякие статьи листаю, читаю и заканчиваю свои отчетики. Вот чем мне нравится работа в университете, так это поработал, работы нет, пожалуйста, свободен, нечего сидеть там до вечера, пока время не закончится, в 6 часов и надо убегать. В общем, у нас сейчас 4 с чем-то, у меня разболелась голова, и я решил, а ну его, пора домой. Иду я домой, пройдусь немного по городу и хочу вам сейчас показать самое интересное место, которое мне нравится возле университета. Называется она гора Таура. И с нее открывается замечательный вид.
который вам сейчас и покажу. Кстати, я очень часто смотрю на автомобили, поскольку я так себе еще ничего не купил после своего его Chrysler 5 Cruiser. И вот этот Laguna мне очень нравится, но их мало. Ну ладно, не об этом. Вот какой вид отсюда открывается. Но немного не все видно, потому что деревья закрыли. Сейчас я пройду чуть-чуть в сторону, и, возможно, будет получше. Так это. Думаю, можно в тени чуть-чуть посидеть. Снимать, правда, здесь нечего. Да и на квадрокоптере здесь нельзя полетать. Вот это обидно. Про квадрокоптер, кстати, сегодня не буду рассказывать. Завтра вам все расскажу. Вот. Тенечек, тенечек. Хочу в тенечек. Там вот. Не хочу на солнце. Так. Ну вот, впрочем, здесь открывается такой вот вид. Ох, присядем. Вот эти новые башни, это как бы новый город, а здесь за деревьями весь старый город вплоть. Аж, ну все, все с правой стороны. Сейчас деревья уже зеленые, и, к сожалению, не все видно. Ну, как-то вот так вот. Здесь, в принципе, на вот это место. Здесь сейчас это просто парковка, а... Вечером народ просто приезжает посидеть здесь, покушать. Там, не знаю, Мак заезжает, еще куда-то берут еду с собой и приезжают сюда, там в машине сидят, кушают. Или здесь на траву садятся и кушают. Здесь очень-очень красиво. Я, в принципе, тоже так делал. С женой мы сюда приезжали, когда она зимой ко мне приезжала. Мы тоже сюда приезжали, здесь было очень красиво. Все светилось, и листьев не было. Было видно абсолютно весь город. У меня, кстати, где-то есть старые видеоролики, наверное, годовой давности. Я летал на квадрокоптере здесь. Я попробую их вставить. Посмотрите это с высоты птичьего полета. Впрочем, я вам начал рассказывать о том, что мне нравится работа в университете. Да, я скажу, она мне очень нравится. Она мне нравится по ряду причин. По ряду того, что нет как бы такого времени, где ты должен отсидеть там. Ну, как обычно на работу ты приходишь там с 9 до 6, с 10 до 7. Ты должен обязательно здесь быть. У тебя час обеда и все. Хоть тресни, ты должен быть. Вот. Из-за этого мне нравится работа в университете. Да, у меня есть часы, которые я должен читать, занятия, на которые я должен прийти, и не всегда они утром, как бы у меня были вечерние занятия, там, с 6 до 8. Был у меня такой день, когда я приходил на 10 утра и уходил в 8:30 вечера. Ну, он такой один день был. Все остальные, пожалуйста, приди, читай одно-два занятия, сделай все, что тебе надо, и ты свободен? Пожалуйста. То есть, это одна из причин, но это когда ты там ассистент, ректор, доцент, профессор, у тебя такой график работы. Но когда ты занимаешь какую-то административную должность, то, понятное дело, у тебя есть расписание, когда ты должен быть в университете. А, еще что касается времени, когда должен быть в университете, конечно же, есть консультационные часы. В это время также мы обязаны быть в университете. Это из того, что мне удается вспомнить. Ну, и, конечно же, отпуск. Отпуск 2 месяца. Летом отпуска.
Все замечательно. Хотя меня сейчас это не касается. За лето мне никто ничего не платит. Но такое, как нужно с чего-то начинать. И летом, если ты не профессор, у тебя нету экзаменов, и у тебя ничего не назначено на экзаменационную сессию, зимой ты также там от недели до 4 можешь быть свободен, как бы. Ну, понятное дело, ты должен выполнить все, что ты должен, закрыть все вопросы, чтобы тебя никто не искал. Вот так вот. Впрочем, это то, что касается работы в университете. Но если сравнивать работу в университете в Украине и в Литве, то, конечно же, это огромная разница. И, к сожалению, сейчас я, пожалуй, не стану сравнивать, потому что я не хочу этого делать. Абсолютно. Абсолютно. Просто это бессмысленно что-то сравнивать. А сейчас мы посидим еще чуть-чуть и спустимся на проспект Гедемина и пойдем к Кафедральной площади. Немного пройдемся, что, впрочем, я, пожалуй, всегда после работы делаю. Немного пройдемся, а потом сядем на троллейбусики, конечно же, поедем домой. А что, погода замечательная, почему бы не погулять? К сожалению, только вот что меня не радует, что тучек совсем нет. Ну ладно. Тучек нет, ничего страшного. Значит, ну, это не тучки, за ними не спрячешься. Значит, сейчас хорошо будем прятаться в тени, идти через город и отдыхать. Thank you.